Я помню, как я ее проходил. Вы представляете, вообще без звука проходить. Это надо было. Так. Куда мы можем пойти? Мы можем пойти сюда, мы можем пойти сюда, мы можем пойти сюда. И больше мы, в принципе, никуда не можем пойти. Но мы пойдем сначала сюда. Эту часть квеста я хорошо помню. Или там внизу кто-то занят сваркой, или это какой-то хитрый код передачи сообщений. Пахнет, будто там внизу варят металл. Наверное, это сдерживает все дерьмо. Так, ну и давайте. Постучим. Заперто, но с виду хлипкое. Кто там? Эй, я тут занимаюсь статуями, приятель. И у меня нет времени на всяких бездельников вроде тебя. Ты вонючий! Чего? Чего тебе надо? У меня тут приятель, и мы рассматриваем статуи, так что отвали. Ты вообще разговаривать умеешь? А? Поговорили. Вот и видно, что такое настоящая красота. По-моему, похоже на шкафчик. Ну-ка, давай посмотрим, что там. Может, так посмотреть тут сначала? Пусто. Да? Что-то тут есть на дверце. Это отмычка. Ну так взять ее. Спасибо. Так, ты тут валяешься. Посмотрим. Жуткая с виду Т-образная кость. Взять. Тут ничего нет, кроме краски. В декоре есть сильное влияние бросания монет на карнавале. В декоре есть сильное влияние бросания монет на карнавале. Так, а как мне выйти? То есть, как мне спуститься? О, что-то меня глюкануло игрушку. О. Тут ничего нет, кроме краски. А, вот как. Я думал, как-то можно спуститься. Ну да, подтупливаю уже чуть-чуть. Так, ну-ка. Давай осмотрим. Ой. Я надеюсь, он не пытается вернуть это к жизни или что-нибудь в этом роде. Когда я был маленьким, у меня была собака с дыркой в голове. Mm.
Когда я был маленьким, у меня была собака. Лучше вернуть ее обратно, Мо. Это моя сварочная горелка. Где ты ее взял? О, она просто валялась неподалеку. Вилка, немного бензина, и мы закончим. Так, что у нас в инвентаре? Отмычка, горелка и... Угу. Кое-чего не хватает. Так, ну отправимся вот сюда. Нам именно сюда и надо. Что здесь у нас есть? А здесь у нас ничего нет. Можно уйти, а можно не уходить. Парниши пролетели. Охрана тут на высоте, на самом деле. Беги, беги, беги. Беги, Форест! Так, теперь пойдем туда сгоняем. А чё бы нет? Открывай, Тодд! Не хочет. С виду тяжелое. На всякий случай. Так, где тут что еще? Ну, надо веревочку, понятно, что веревочку. Так. Полезли. А, мусор. Отлично. Пойдем осмотрим его. Нехило так. Болтами, гайками питается. Лежать! На кой черт вообще нужны собаки? Действительно. Вау! Беги, беги, беги! Я тебя-то протупил немножко. Какой скверный характер у этой дворняги. Нам надо бежать далеко. Так, как бы. Thank you.
Косик, Сина. Бон аппетит, шавка. Так, сюда. До этого не сразу можно допереть, конечно. Я не могу вниз спустить. Или как я его должен? Нет, блин, нахер. Да он не двигается. Ой, я не помню там. Он должен же двигаться, по идее. А, вот. Надо же. О, как это делается. Бывает, затуп небольшой. Нормально. Теперь собачка нам не помешает. Давай-ка спускайся. Ну тут именно из-за управления. Я в принципе понимал, что надо делать, но как-то вот с управлением тут, конечно, все печалька произошла. Так, нет, подождите, не то. Давай-ка посмотри на это дело. Хоть тут есть. Эу. О, повреждение от пожара. Я и забыл, что такое бывает. Машины. Нет, спасибо. Вилка, которая мне нужна. Прямо сверху. Вилка, которая мне нужна. Прямо сверху. Прямо сверху? Бери. Отличная вилка. Где ты нашел ее? Рядом с ножами и ложками. Давай зальем бензин и рванем. Прямо с ножами и ложками? Так. Но у меня есть одна проблема. Вот это вот у меня что такое? У меня, по-моему, отмычка. А, хотел нет. Бы я, чтобы эта канистра была полной. Ну да, ну да. Погнали. По-моему, я знаю, как это сделать. Вроде бы нам никаких больше этих... Ой, как ты медленно ходишь. Никаких других нам ингредиентов, по-моему, не нужно. Хотя, очень странно. Так, проблема. Тут сигнализация, но есть секрет. Я помню его. И вот сюда бежим. Thank you.
Стоять на месте! Эй, я никого не вижу! Может, там никого и нет? Конечно. Кто тогда включил тревогу? Может быть, над нами кто-нибудь потешается? Но должно быть, ты пропустил этого парня. Ну что, если бы ты держал эту штуку на месте, пока я стрелял? Я спущусь, чтобы осмотреться. Я никого не вижу, наверное, он сбежал. Не, мы бы увидели, как он бежит с воздуха. Наверное, он прячется на башне. Мы загнали его в угол. Давай поднимемся и возьмем его. И сольем у них бензик. Канистра тут не поможет. Блин, а где мне взять эту хрень? Может так? Тут отмычка не поможет. Я понял. Где-то я что-то пропустил. Так, вспоминаю, где я что мог пропустить. Может, у нее что есть? Нам нужно что-то, чем я могу перелить эту всю фигню. Но вообще нам, в общем-то, взять-то это негде. Может быть, у нее? Так, не вижу. Здесь-то все понятно, я здесь все облазил. Здесь что-то есть. Ну-ка. Тихо. Нет, это... Да нет, по-любасу что-то есть. Хм, эта кишка пахнет бензином. Вот она где. Эта кишка пахнет бензином. Берем. Теперь у нас есть. Ага, есть. Вон я где пропустил фигню. Так, по-моему, они сбежали, да? Бить. Сейчас нам придется еще раз их вызывать. Я так понимаю. Но бензик сейчас мы доставим. Не, они все еще тут. Так, берем эту хрень. Кишка тут не поможет. Что это не поможет, кишка? А что тут поможет тогда? Канистра тут не поможет. Я не трогаю ничего без колес. Тихо, подожди. Ты съезди сюда. Я бы сказал, вот он, бензин. Наконец-то. Теперь мы вот эту штуку. Давай сюда. Ага, вон это как все. Так, теперь эту штуку вот сюда. Нет? И собрать бензин с земли? Так нет, я же говорю тебе, клади эту канистру на землю. А вот так это делается. Так, подожди. Не то. Так, теперь. Так. К управлению немножко надо привыкнуть. Ну, гадость какая. Эй,
Кто это там внизу во дворе? Вон там! Где? Вон там! Беги, Форест, беги! Быстрее, обходи с другой стороны! Мы зажмем его! Куда он поехал? Давай будем считать, что мы в расчете, а, босс? Нет, давай выдавим укрепление. Сейчас пойдет мазута. О, ладно. Ты достал это на башне? Не совсем. Ну что ж, то, что надо. Подожди минутку снаружи, и я закончу. Я готовлю тебе сюрприз. Ненавижу сюрпризы. Это ну тебе понравится. Вот и мы. Ну как, я крутая? Ты замечательная. Мне придется влетать в аварии каждый день. Ну а в чем сюрприз? О, всего лишь обычный, повседневный, отрегулированный, класса, разрушитель, твердотопливный, вспомогательный ускоритель. Ты серьезно? Да. Но только грифы... У меня свои поставщики. Просто... Ну, ты собираешься пробовать эту штуку или как? Хотела бы я, чтобы у меня был фотоаппарат. Хотел бы я, чтобы я смог отблагодарить тебя. Вали отсюда, хорошо? Ты распугиваешь моих постоянных клиентов. Пока, Мо. Пришли мне открытку из засады. Погнали. Напердел все, сжег и уехал. Какой же милашка. Если мы туда поедем, нас там спалят. Да блин, разъездились поезда еще. Смотри дальше. А ну-ка пойдем. Отвлечем их. Они же любят цветомузыку. Я не буду лизать это. А я не предлагаю. Да блин, я все время путаю кнопочку. Слышишь? Он снова на топливной башне. У него крепкие нервы, у этого куска дерьма. Давайте возьмем его! Всем машинам со мной! Как ты пробрался мимо нас? Где шишки? Горли устроил привал. У него пузырь размером с наперсток, приятель. Рибургер? Его уже давненько не видно. Бен, приятель, в чем дело? Ты что-то обнаружил на трассе? У нас будут проблемы. Нет. Где? Put my head in a basket, cause I'd had a tankful. When she blew my gasket, I surely was thankful. Till I head for the skies up above. It's a woman with wheels that I love. Давай, старина, я достала тебя. Давай, сделай что-нибудь разоблачающее, вроде засад. Ага. Тебе не нужно было смеяться надо мной на этих собраниях управления, Мальк. В чем дело? Ага.
Эй, смотрите, что я нашел в кустах. Что это? Это захват за горло. Иди сюда, и я покажу тебе. Камера у нее. Я за ней. О ней позаботится Нестор. О ней позаботится Нестор. У тебя важное свидание с остальной семьей, Корли. Точно. Но не забудь уничтожить эту камеру. Да-да. А теперь, Малькольм, как насчет прокатиться? Корли? Корли? Бен! Кажется, Рипбургер не смог дождаться естественных причин. Как на него похоже ударить человека с расстегнутой ширинкой. Это Рипбургер сделал с тобой. Ага, он знал, что я умираю. И он знал, что мое завещание оставит его без работы. Он хочет захватить Карли Моторс, Бен. Продать ее иностранцам, уволить рабочих, начать производить минивены. Ты меня понял? Минивены! Ух! Это печально. Ты должен отплатить ему за меня, Бен. Обещай, что ты ему хорошо отплатишь. Я обещаю. Я хочу, чтобы компанию получила моя дочь. У тебя есть дочь? Да, и она настоящий гений в механике, Бен. Переделала свой первый карбюратор, когда ей было всего 4 года. Я звал ее Динамо в подгузниках. Найди мою дочь, Бен. Найди Марин. Марин? Опаньки. О пользе чистоты. Рипбургер опережает меня. Я надеюсь, Марин сумеет постоять за себя, пока меня нет. В смысле, если бы у нее не был так чисто надраен тостер. Понятно. Но зачем ему фотоаппарат? На кого работает этот парень? Корли Моторс? Неста! Кто там шевелится в этой груди мусора? Я не знаю, Рип, но думаю, что эта груда — это Болос. Фу! Да, теперь я вспомнил! У нас же ты умный, верно?